Ну вот, почтовое отделение доделали. Сейчас я покажу там такое, там все классно выглядит. Доделали, сказали, все. Ну, именно по этому зданию, по этому помещению. Там же еще два помещения есть, остальные там доделают. А это уже все, то почтовое отделение, почты у нас никогда почты не было. У нас была почта в соседнем селе, вон там. Смотрите, какие-то эти... Как полосы, кусочки, так закрыто все, аккуратно отрезано. Все здесь закрыто. Вот так. Не прибито почему-то. А, оно вот так, наверное, здесь должно быть. Вот так вот. Столик. Столик. Прибить на гвоздики. И здесь такая занавесочка, типа. Так раз. Все, занавесочка. То есть, если тебе надо посылку с Алиэкспресса забрать, ты просто берешь сюда, подходишь, здесь женщина сейчас будет сидеть. И такой, мы... Хватит! И такой, мне посылочку с Алиэкспресса, там фамилия, имя, паспорт, все. Ну, как надо все, в общем. Она тебе выносит. Выносит это все. А если пенсию тебе надо забрать, ну, то есть, вот сюда она здесь сидит, типа, а ты такой, а, мне там паспорт, царя, номер, все, вот это дайте мне. И она тут такая... А, она такая, ага, хорошо, хорошо. И пошла, значит, девочки, там такой-то, такой-то, дайте мне. Там и взяла что-то такая. Все. Все, дает. Эта цепочка, если вы на пенсию хотите забирать, вам нужно именно в почту. Именно в почту, а не сюда. Вот, открывается, закрывается. Все, открыли, зашли, закрыли. Все. Столик. Нормальный такой, прочненький. Да, зашел. Раз, открыл. И вышел, все. Все, закроем. Так вот. Он здесь не открывается. Вот. Такой, дайте мне там вот это. Ну и вот, типа, да. Типа такого. Вот, все. Соблюдается наши новости, красавица, какая-то 4 весна. Всем до свидания, пока.